Ну что же, всем привет. Карантин наконец-то сошел на нет. Это значит, что многие магазины открылись. И наконец-то я могу покататься по барахолкам, по различным магазам, в которых я обычно что-то нахожу. И я очень надеюсь, что я что-нибудь интересное да найду. Всем привет, с вами Сергей Назаркевич. Помчали! Здравствуйте. Try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass.
Так что все хорошо. Я был доволен таким уловом. Но сегодня, несмотря на наполнение, что-то как-то это вяло. Неплохо, прям 160 рублей за Lovecraft, еще пару книжечек и крутых песочков. В момент так это вообще прям неплохое начало дня, определенно, с учетом того, что впереди еще две точки, как минимум. Так что давайте посмотрим, что будет дальше. Поехали, увидимся. Пункт номер два. Завоза не было, да, получается? Похоже? Right.
Да, мы заедем, пожалуй, через пару часов. И на обратном пути после работы все равно получится заскочить сюда. Великолепнучки. Будет, я думаю. Так, ладно, друзья, услышимся. Привозили что-нибудь новенькое? Как-то не сильно. Ну, в основном в химии нужно стоять. Такое вот домики для кошек, для рамки. И вот по 300 рублей. Вот что-то. Времени нет еще даже 9 часов утра, но при этом тут уже совсем все грустно. Сейчас я покажу, что обычно происходит.
на завозах. В хенде, в котором я, в принципе, обычно цепляю вещи какие-либо. А сегодня на анонсе я увидел, что там лежит большая пачка фигурок по Звездным войнам, запечатанных фигурок, включая Millennium Falcon, поэтому будет очень интересно. Ну и, соответственно, чтобы вы понимали, как бы, чего это стоит, приехал я сюда где-то без 10:08, народ уже стоял, открытие магазина в 9, и где-то часам начинается самая кишкинка. Так как у нас режим самоизоляции все еще в продолжении, соответственно, пускают по 25 человек, для того, чтобы можно было понимать, что происходит. Ну и давайте, что прям немного ословить, я вам покажу, что вообще в целом происходит в таком режиме. Как-то я снимал небольшую рекламу для данного магазина. Плюс, что пацаны заняли место для меня специально, соответственно, как бы мы ворвемся в первые десятки, уж точно. Режим самоизоляции долой. Че у тебя здесь, кстати? Ай! Что, расскажешь? Рот наоборот. Двух? Время без 15, сейчас будем становиться. Салам алейкум. Хватит, хватит, хватит уже малекать. Малекать. Аллам алейкум, салам. Давайте, давайте, давайте. Время без 7 минут. Экшен начался. Прям повезло. Итак, Сабины. Бахнули, что у нас там еще было. Канон Джерос. По-моему, этот у меня есть. Императорский. Товарищ, ну, товарищ, ну, точно есть Кайдарен. Так, тут у нас Дженерс. Немножечко K2SO. И да, очень годный, например, корабль. Ну, бонусом перепал до сих пор. И вот такой Дарт Вейдер, похожий на фигурку головы.